Часы пустить. Пары большие. Поехали. Добрый день! Я Дмитрий Антонов. И вы на моем канале, который рассказывает об авиации. И в основном о больших самолетах. Надеюсь, в следующем месяце мы поговорим о самом большом самолете в мире. Это АН-225. А сейчас продолжается работа, и мы летим из Баку в Лейпциг. Один перелет, опять смена экипажа, но просто что самолет работает круглосуточно, а экипажи круглосуточно работать не могут. Надо отдыхать временами. И, конечно, поздравляю всех с Днем Пионерии. Сегодня 19 мая. Я вспоминаю детство. В этот день можно было поехать в Киеве в гидропарк, а там были, ну, горки, и пионеров катали бесплатно. Это то, что приятно вспомнить детство. Было такое. Ну, сейчас мы можем себе позволить любые горки в любом месте. Поэтому будет все хорошо, я считаю. Завтра тоже очередной праздник. И обязательно я встречусь опять с очередным нашим членом экипажа. И он расскажет, как он стал пилотом. Увидимся. Полетели. Сейчас посмотрим, как наш самолет прилетает в Баку. Очень хорошо было видно из гостиничного номера. Все идет по плану. Это очень хорошо. То есть за это время сменилось два экипажа. И теперь мы через два часа сядем и полетим в Лейпциг, где ждет нас смена. Смотрим, как будет садиться. Ну что, хорошо, уверенно. Подходит к полосе и прячется за ангаром. Смотрим, куда он. Естественно, он появится здесь. Вот, все, уже на финальной стадии пробега. А мы выдвигаемся из гостиницы. К нам приехал новый командир. Ну, он, ну, новый, насколько это возможно. А так это Сергей Сыровенко. Он с нами будет летать несколько дней. А, и у нас еще в состав экипажа добавился пилот Ярослав Товстенко. Отражение. Видно, как нас буксирует. Тягач обычно никогда не видишь, а так все видно, как он. Как в фильме про Чапаева. Красиво летит. Там было красиво идет. А тут карголюц красиво летит. 12 секунд. Просим. Беру тормоза, снимаю с автомата. Часы пустить, фары большой. Поехали. Бери. 0 тормоза. Увеличиваем план на 96. Увеличится режим. Поехали. Номинал, норма, параметры. По расписанию. Взлетный 120. Установлен. Режим взлетный 120, параметры в норме. Это мастерство по расписанию. 150 контрольная. Норма. Норма. 170. Ускорение хорошо. 190. 210. Продолжаем. Бери штурвал. Подъем. Плавненько, аккуратненько. Вот так. Достаточно, достаточно. Отрыв. Ждем, когда оторвется. Без клинчика.
скорость безопасная. Вот. Высота 10 метров. Шасси убрать, убирается. Шасси убирается. Все, Витир, взгляд на приборы, 310. Скорость 300, держи. Как раз очень хорошо будет. И переходим на ЭВ-2. ЭВ-2. 120 метров, скорость 310. Нейтральный кран. Добрый день, Антонов 5807, Баку Депачер, это контакт, Climb Flight Level 130. 200 метров, скорость 300. Climb Flight Level 130, это Delta 5807. 130 шел. 130 установлен на задачке. Немного дернул, отвлекаю немножечко, но это как раз связано с полетом. Мы опять поговорим о Баске. Продолжаем бортовой автоматизированной системе контроля БАС-124. Почему автоматизирована? В автомате она себя контролирует, кроме выдачи информации она формирует алгоритмы контроля этой информации. То есть если по каким-то параметрам система подходит к предельным ограничениям, вот, то она подсказывает, что бортинженер обратил внимание, что по каким-то системам она подходит к пределам, ограничениям, и чтобы были сделаны корректирующие действия по управлению системой. Ну вот, к примеру, например, у нас большая проблемка там по энергетике. Мы думали, ее скоро устраним, но нам подсказывает, смотрите, снабжение, что нет включен включительное устройство номер 4. Ну а дальше следующий кадр подсказывает, что у нас все по энергетике нормально. Вот это 4 основных генератора, а по шинам 27 вольт, вот она чуть-чуть у нас на пол вольта напряжение меньше, это в связи с тем, что четырехкратное резервирование, одного резерва нету, и мы с достаточной степенью прочности продолжаем полет. То есть понятно, нормальное, хорошее четырехкратное резервирование по переменному току и четырехкратное резервирование по постоянному току. Понятно. Еще одну сейчас мы не можем реализовать, например, есть система не только автоматизированного контроля, а и система автоматизированного управления. Еще раз вернемся к кадру шасси. Вот, к примеру, вот температуру тормозов каждого колеса мы можем видеть, 20 колес этих, извините, вот. Если, к примеру, происходит по каким-то причинам при рулении, после пробега или при выруле на старт нарыв какого-то тормоза, то система подсказывает бортинженеру, что происходит нагрев. Если бортинженер вовремя не реагирует, она зажигает табло. Вот это табло. Тормоза перегрев, тормоза опасный перегрев. И автоматически включается вот этот вентилятор тормозов, вот он внизу. Вот это да. Этот выключатель у нас, если он бортинженер ручного не включит, он включит автоматически. Вот, произойдет автоматическое охлаждение тормозов, и при достижении приемлемого уровня, там 60 градусов, система автоматически включается. А при какой температуре включается автоматический вентилятор? Она при 120 включается, и когда температура понижится ниже 60, она автоматически включается. Хорошо, все, спасибо. До следующих. Чтобы еще в следующем расскажем о других. О других, да, системах. Хорошо, согласен. Все, спасибо большое. Так, ставим, нажимаем. Ага. Туча впереди такая. Шасси выпущены, створки закрыты, зеленые горят. Смотрят тормоза. Смотрим. Пиццам.
6-1, for your information, there's an unknown VFR traffic in your 11 3 километра, высота 165, 250 Фары большие, ключи. 2 километра, высота 115. Хорошо, бери руды. Полоса в поле зрения. Решение. Садимся. 100. Хорошая скорость. РВ 90. Нормально. РВ 80. 70. Модель 2000. Прибираем ПМ. РВ полста. 45. 40. 20, 15, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 10, 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 10
самолет? 150. Реверс уменьшаем. Реверс 0. Реверс 0. 130. Долетели. Задача выполнена. Лейпциг. Только недавно прошел дождик. И вот мы на заходе в дождик попадали. Так все нормально. Крутимся. Самолет крутится круглые сутки. Мы с перерывами. И это хорошо. Лишь бы техника выдержала, и тогда будет все замечательно. А завтра вечером все то же самое. И в таком темпе мы будем работать еще как минимум 2 недели. Так что оставайтесь на нашем канале, смотрите. И обовязково далі буде.